Бой у стен замка Аден. До плановых технических работ 6 июля. При охоте на монстров по всему континенту с определенной долей вероятности выпадают предмет, фрагмент твердого камня. Фрагмент твердого камня можно обменять на различные предметы у NPC Фотиан. Символ замка. Кольцо замка Аден. Реликвия энергии. Зелье развития, свитки модификации, сундук с пособиями, заряд души. Передав твердый камень Фотиан, вы получаете символ замка Аден и кольцо замка Аден. Можно с вероятностью 100% создать награду за эти вещи. Мешочек с сияющей антикварной вещью. Сверкающий сундук с усиливающим камнем магии. Наполненный жизнью серебряный мешочек. Кристаллы. Сундук со знаками замка Аден. Карта класса высокого качества 11 раз. Карта Агатиона высокого качества 11 раз. Рецепт создания редкого предмета. Но в чем подвох? Особенно вот рецепт создания редкого предмета. Так, сейчас посмотрим, что же за подвох. Давайте посмотрим создание. Ивент. Стены замка. Что мы видим? Мы можем создать мешочек сияющими антикварными вещами. 100% шанс создания, только нужно заточить кольцо плюс один и символ неточный. Видим, что можем получить до 50 штук антикварной вещи. Сверкающий сундук с улучшенным камнем магии. Благословенный и обычный камень магии. Но тут уже нужно заточить символ плюс один. Кольцо замка Аден и символ плюс один. Дальше. Кристалл. Получить до 10 тысяч штук. Но тут уже нужно заточить и символ, и кольцо плюс один. Так, знак поручения до 50 тысяч штук. Ничего себе. Вот это уже хорошо. Ну, кольцо плюс два. Ну, кольцо плюс два еще точится очень хорошо. Вот посмотрите, я хотел заточить символ замка Аден плюс 3. Как оно хорошо точится. Предположим, вы все точки тратите ежедневно. И вам попадается такой ивент, и вы просто в шоке. Потому что вы не сможете ничего заточить. То, что у вас не будет точек. А вам точек придется потратить уймища просто. Неимоверное количество. Ну и самый подвох, это, наверное, кольцо замка Аден плюс 5 заточить, чтобы получить редкий рецепт создания редкого предмета. Даже, ну блин, ну это, ну серьезно. Ну почему вместо этого не поставить там синюю краску, да, какую-то? Один раз на аккаунт, но это было бы уже хорошо. Но рецепт создания редкого предмета, кому он нахер нужен? Что ты будешь за него создавать на данном периоде игры? О чем думают эти люди, я не знаю, это какие-то упоротые донеры будут точить вот это кольцо замка Аден, чтобы, я не знаю, ну тебе плюс еще надо нафармить этого камня, за который ты покупаешь кольца и символы. Я не понимаю эту игру, она просто стоит на краю, просто чтобы я назвал ее мусоркой, конченной мусоркой для донатеров. Мусорка Ла2М, мусорка донатеры. Вот берем Ла2М, мусорка донатера. Все это вместе. Вот на краю стоит. Вот ивенты для меня это как лучик света для фри игрока. Но когда они такое делают, мне просто отбивает играть. Я и так, ну я в топ клане как бы фармлю РБ. Но с этих РБ я ничего не поимею, потому что у меня нет такого буста, чтобы меня бустили. Потому что, ну а смысл меня бустить, если я бомж, который, блядь, не трачу деньги, блядь. Ну, смысл меня бустить. Обидно, да, конечно, обидно. Ну, ничего страшного. Так, ну ладно, погорел и хватит. Давайте подумаем, что изначально мы крафтим. Если у вас проблемы с Аденой, создаем мешочек с антикварной вещью. Ежедневный сброс. Видим, что крафт этих предметов заканчивается 13 числа 7 месяца 22 года. Хоть ивент закончится 6 числа, если у вас останутся эти камни, вы можете купить символы и кольца и создавать эти вещи. Смотрим дальше. Усиленный камень магии тоже создаем. Кристалл. Ежедневный сброс создаем. Кристаллы всегда нужны, чтобы апать соски. Соски это сила. Дальше. Знаки поручения. 50 тысяч.
Вообще бомба. 5 раз на аккаунт не спешим создавать. Сначала апаем ежедневки, а потом создаем все остальное. Ну кроме вот этого рецепта, он нахер не нужен. Продолжим. Тайна башни слоновой кости. До плановых технических работ 6 июля. Период проведения ивентов. При охоте на монстров башни Крумы, логово Антареса, башня слоновой кости. С определенной вероятностью выпадают предмет. Тайный свиток башни слоновой кости. Тайный свиток башни слоновой кости позволяет создать предметы. Реликвия энергии, сундук с провизией наследника. Мешочек башни слоновой кости. Мешочек башни слоновой кости высокого качества. Порошок пробуждения. Сундук с часами подземелья на выбор. Секретный сундук. Заряд души. Подарки старейшины башни слоновой кости. До плановых технических работ 6 июля в период проведения ивента. Каждый день 9 часов по почте выдается подарок от старейшин башни слоновой кости. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите из почты вовремя. Энергия Энхасад, тайный сундук башни слоновой кости, фрагмент твердого камня, символ замка Аден, кольцо замка Аден. Как всегда, график ивентов. Если тебе нравится, что я делаю, ставь лайк. Подписывайся на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч.